Девчонки, мальчишки, всем привет. Поехали. Вот, значит, мы вчера, значит, приму же стесняюсь снимать в какой-то веке. Он мне просто это пародирует. Тут. Ты решил меда поесть? Поел. Да? Ну, ты верхушку-то не съедай, там как раз кедровые орешки. Хорошо. Вот, значит, мы вчера, я не полностью снимала наш день, потому что у меня вот, видно, батарейка телефона садится потихонечку, аккумулятор, и меня не держит заряд весь день, то есть либо с собой нужно возить какой-нибудь пауэрбанк, либо вот под конец дня мне уже ничего не получилось снять. Значит, мы вчера вот по этим билетам, я вам показывала, пошли в галерею света. Вообще, это самое было лучшее завершение этой поездки. У меня даже муж на том... в той комнате, где было дерево, и рассказывала вся история, да, вина, от зарождения лозы, да? Да. И заканчивая сегодняшним временем. Ну, это перекликалось с Абрау-Дюрсо, то есть потом показывали в конце, вы видели там такую картинку с как раз с озером и с Абрау-Дюрсо, с заводом Абрау-Дюрсо. Вот. И... Короче, это было такое классное завершение прям нашего путешествия. Потом мы, значит, сели, ждали очень долго общественный транспорт. Там, так как у них сейчас пробки, Геленджик и Новороссийская там строят вот эту вот дорогу, делают, ремонтируют дорогу, постоянные пробки. Вот, и поэтому очень долго приходится ждать автобусами. Ну, мы где-то, наверное, минут 10-15, да, постояли? Доехали, прям в первую маршрутку сели, доехали до Новороссийска. В Новороссийске мы сели на такси, вот, причем такая история, не рассказывать или не надо? Ну, короче, неприятная история произошла. Муж, причем такой, знаете, таксист возраста моего папы, там, ну, чуть-чуть помладше, там, да, пару лет, и он договорился с ним на одну цену. Сели в машину, он так с ним доехал, там поговорил, так все, хорошее настроение, хорошее отношение. И приезжаем на вокзал, и мужик, у меня телефон, кстати, может быть, и можно, нужно было бы снять, да? Можно было бы снять. Но у меня телефон 2% зарядки осталось, 1% я не стала снимать. Ты его сняла все равно. А, ну вообще, мужика-то этого я... А где его могла снять? Видео есть. Видео есть у меня? Мы ехали с ним как раз, да, маленький фрагмент, где мы ехали в машине с ним. И муж ему говорит, выходим, и он говорит, дает деньги ему, и тот не дает сдачу, неправильную сдачу дает, меньше, чем положено. Муж говорит, вы мне сдачу не додали. Он говорит, как не додал сдачу? Все, вот, на, забирай. Ну, расскажи. Ты что рассказываешь? Попался какой-то ушлый армянин. Из серии вроде бы... Так, что-то едем, общаемся, такой приветливый, болтливый мужик, лет, наверное, 65. И доехали в итоге, да, как бы, он дает там 1000, он тоже, я договорился, на 350, отдает мне 500. Я говорю, ты что, дружище, как бы, ну, еще 150. Какие 150, там, стал права качать, пришлось немножко поднажать. Поднажал мне, дал еще сотку, говорит, хватит себе. Я говорю, что такое, что значит хватит себе? Пришлось еще поднажать. И только потом там разменял я там денег, ну там он мне дал, там, просто у него, можно сказать, вырвал деньги там оставшиеся, чтобы разменять себе же. Ну просто да, договорились. И так это по-хамски, честно говоря, я никогда так не влетал, чтобы меня таксисты обманывали еще, что-то мне там говорили, хватит тебе. Вот, и пришлось как бы чуть ли не силы возвращать деньги. А он чуть ли такой, неприятно. Да, чуть ли не иди отсюда, что ты хочешь, как бы ты на автобусе поехал, что ты хочешь. Ну, муж говорит, ну, это не по-мужски, как бы, мы договаривались на одну сумму, будь мужиком, как бы, договору есть договор, отдай, ну, деньги. Ну, просто действительно очень нехорошо. Получилось, да, он чуть ли не выбивал, а тот говорит, слушай, а тот говорит, иди отсюда, там, типа, того, я там тебе что-то сейчас сделаю, там, еще он говорит, ну, ты понимаешь, говорит, ты не по-мужски, как бы, поступаешь. Мужик дал слово, мужик должен его держать. А мы договорились на одну сумму, а ты там типа, ну ты же не на автобусе ехал, давай отсюда, короче, вали. Вот, ну очень приятная какая-то история такая. Вот, и потом мы, значит, я понимаю его, как бы, вот того мужика, потому что действительно за такую сумму, то есть мы стояли в пробке, там, наверное, час, ехали мы то ли полтора, то ли два часа. Ну, мужику действительно, таксистам невыгодно, получается, из Новороссийска ехать за маленькие суммы до Геленджика. Но если ты договариваешься, значит, держи слово. То есть если ты говоришь одну сумму, значит, ты такую должен сумму брать с человека, а не, как, знаешь, по факту. Приехали там и... А так, такой
ощущение, что налог. Ага. Причем мне начальник тоже говорит, да ладно, только не скажи, что ты там за 500 едешь. Да, с нами просто ехали ребята, и он говорит, скажи этим ребятам, что ты едешь за 500, там, что, типа, не выдавай меня. И что... это мужика не стало палить, как так, с деньгами там. Да, и он так аккуратно, Олег, то есть и расплатились ребята, он, ну, как бы не стал подставлять его, он отдал деньги, как бы, и не сразу он стал заводить, ну, разговор и как-то наезжать на него, что тот не додал денег, он вышел прям, ну, из машины, чтобы ребята не слышали, там, стал с этим таксистом, ну, как бы разговаривать, что так и так ты мне, ну, втихую сначала, а он, слушай, иди отсюда, ну, и уже Олег начал, короче, выколачивать, реально выколачивать из него деньги. Вот, ну, короче, вот так вот. Потом, значит, дождик был, мы в этих дождевиках, мы хорошо с собой везде таскаем дождевики, тоже вам на заметку возьмите, если вдруг поедете в Геленджик, будет вот такая вот переменчивая погода, берите с собой дождевики, иначе вы попадете. То есть вот у нас дождевик у меня практически ниже колена, и, ну, я не промокала нигде, вот. И мы стояли на остановке уже авто этих не было. У меня муж вообще молодец, я с ним обожаю отдыхать, потому что мало того, что он организует всю культурную программу, то есть мне вообще, я приезжаю в какой-то город, неважно, даже вот для него Геленджик — это незнакомый город, он всю программу мне там, ну, как бы составляет, вот, и... еще он везде вот, ну, там бегает, договаривается там со всеми. Ну, это, в принципе, нормально для мужчины, чтобы он там разруливал все эти дела, там с таксистами договаривался. Но мне приятно то, что я прям вообще ни о чем не парюсь. И мы стояли на автобусной остановке, он, наверное, не ходил уже транспорт, ходил, не знаю. Можно было бы дойти пешком, потому что, в принципе, с автовокзала идти пешком — это 20-25 минут. Но я уже была голодная, уставшая, дождик был, там, я говорю, нет, говорю. И он вот такси взял с автовокзала до центра 200 рублей. Вот нам такси обошлось, мы на такси доехали. Вот, что я купила там в Брау-Дюрсо. Мы взяли немножко там пенного напитка. Не пенного, а как это? Игристого. Пенное другое. Причем по инициативе жены, даже я как бы не собирался еще пить, поскольку к шампанскому как бы спокойно отношусь, и мне не представляет никакой интерес. Жена говорит, ты как? Так, приехали на отдельную? Ну да, просто там все сидят атмосферно, кто-то берет сырные тарелки, там я какие-то, покупают шампанское, сидят, пьют. Вот, ну, мне очень атмосфера понравилась. Я вот попросила мужа, он купил маленькую бутылочку шампанского там. Первый раз, когда жена настояла пить вино, где я отказался, ну, как бы... Слушай, а мы, наверное, глупо поступили, мы эту бутылку выкинули, да? Почему это? Не выкинули? Ну, маленькую бутылочку. Давай, маленькую бутылочку. Ну, правильно сделал, что мы ничего с ней делать-то. Ну, я бы ее с собой бы взяла. Да, Настя. Ну, она очень красивая, интересная бутылочка. Красивые. Ну, надо было ее взять с собой, мне понравилась она. Вот, и мы купили еще... Дай мне пакетик, пожалуйста. Писань, что-то вставать я не хочу. И мед мне дай, медовый мусс мне дай. И тот, и другой. Раз уж я это... Сырную тарелку тебе тоже дай. И сырную тарелку мне дай. Вот, зачем мы там купили? Там, значит, есть... Что я удивилась, еще на территории Абрау-Дюрсо есть другие винодельни. Тоже как-то... Не винодельни, а винные магазины. Винный магазин других винодельн. Ну, как это? Финагория, это что? Ну, магазины других винодельн. Просто ассортимент. Магазины других винодельн, правильно? Ну, вот меня удивило, что на территории винодельни Абрау-Дюрсо есть магазин других винодельн. Вот, и мы, значит, в Абрау-Дюрсо взяли... Продукция, да. А, вот, с чего начать? Ладно, с этого начну. Так, значит, ой, спасибо тебе большое, муж. Мне как раз тут зарядка идет, я жду. Ой, не зарядка, а загрузка идет, я жду, пока загрузится. Вот, значит, взяли, там очень много, ассортимент огромный. Еще знаете, как они продумали вообще такую историю? Я всегда все места, где я бываю, почему-то рассматриваю с точки зрения бизнес-идей. И мы, значит, вот прошли на экскурсию, то есть сначала у нас была экскурсия по заводу Абрау-Дюрсо, и потом эта экскурсия переходила в магазин Грот. Это фирменный магазин. Магазин Абрау-Дюрсо. И то есть прогревают, значит, прогрев аудитории, прогрев посетителей сначала идет через, ну, показывают, все рассказывают, и ты нагуливаешь аппетит, и потом тебя сразу в магазин отправляют. То есть переходит сразу плавненько все это в дело в магазин. И там всякие там соусы к сырам, сыры,
шампанское, и ты уже хочешь, не хочешь, у тебя настолько разогнался аппетит, настолько у тебя уже разгораются глаза, и ты такая бы все купить, ты ничего не планировала покупать, и купила бы все. Вот. Но мне, в принципе, понравился медовый мусс с кедровыми орехами, мне состав понравился, здесь пчелиный мед и ядро кедрового ореха, и сверху прям кедровые орешки, неплохой, сладковатый, прям, ну, такой сильно сладковатый, но неплохой. И вот, смотрите, это мы купили в маленьком магазинчике, я не хотела, муж настоял, вот совершенно другая разница, небо и земля, вот в таких вот штучках не покупайте мед-суфле, пирони какой-то, делают в Москве его, как будто бы ты ешь сахарный сироп, то есть, если вот здесь вот чувствуется, и там медовый мусс был с клюквой, медовый мусс был там еще с чем-то, и они действительно видно, что натуральные. 440 рублей стоят. А вот это вот такое ощущение, как будто ты ешь что-то химическое. Единственное, пару кедровых орешков валяется сверху. И ешь его как какой-то сахарный сироп. Вот. Потом, значит, смотрите, в Фанагории, то есть это винодельня, ну, другая винодельня, которая не принадлежит Абрау Дюрсо, то есть это виноделие другой, магазин другой винодельни. Вот, Фанагории. Там было масло кедровых, масло виноградных косточек, новинка причем, 375 миллилитров, 400 рублей, то есть большой такой объем, в черной, кстати, темной бутылке, что очень хорошо для масел всяких, вот, но что-то я не стала брать, потому что подумала, что у нас есть магазины этой винодельни в Саратове, и предполагаю, ну, надеюсь на это, что там есть масло виноградных косточек, что я там смогу его купить. Вот, и так как мы были вот на Абрау Дюрсо винодельни, я решила взять разное масло. Сначала хотела взять одно хотела взять Фанагория, и одно хотела взять какое-нибудь Абрау Дюрсо. Но, блин, оказывается, у Абрау Дюрсо целых, а тут сколько миллилитров? 250 миллилитров, у них здесь меньше объем, то есть Фанагория, как это сказать, выгоднее брать по цене, вот, но мне что понравилось, в Абрау Дюрсо есть масло из косточек винограда и рислинг, я уже благодаря мужу изучила рислинг, причем это первый холодный отжим, это не рафинированное масло, то есть если рафинированное масло, берите всегда не рафинированное масло, потому что оно сохраняет все полезные свойства, ну, знаешь, то, из чего они делают. Рислинг выделили? Почему? Потому что там есть, ну, показывай, следующее масло. А вот, потом, смотрите, масло из косточек белого винограда, причем урожай 2020 года, можете себе представить? То есть не могла пройти мимо, это как муж у меня покупает это, всякие вина, да, всяких урожаев, а вот не захотелось взять масло, именно виноград, ну, урожая 2020 года. Почему рислинг выделили? Потому что как бы в плане теруаров, именно в этом месте, рислинг лучше всего себя показывает. Да? Поэтому именно его выделили как рислинг. А почему я у тебя тогда спросила, там, а ты мне на это не ответила? Я говорю, чем отличается? Потому что я думала... Я узнал, что конкретно на их туарах рислинг лучше всего открывается, да. А, но прикольно. Еще, оказывается, у меня просто куча вина было дома, чтобы здесь не покупать. Вот такой вот. Вот Абрау Дюрсо, это муж просто купил дома, он привез здесь несколько бутылочек. О, блин, он такой холодный. Причем 15-й год, как бы посмотрим вообще, насколько он вообще еще напик или запикал. Да, я могла показать мужу, но он здесь в трусах, а многих почему-то муж моих в трусах смущает. Вот. И я вот знаю, почему я взяла Абрау Дюрсо, потому что, ну, разное масло из разных косточек. И еще у меня есть масло виноградных косточек из красного винограда. Можете себе представить. Я поэтому Фанагория не стала брать, потому что у нас вроде бы есть магазины Фанагории. Надеюсь на то, что там масло виноградных косточек будет. А я масло люблю. Я в разные эти добавляю, в салат добавляю. Я обожаю разные масла. У меня и рыжиковое масло. Я бы такая кедровое масло взять, и масло грецкого ореха. Вот я бы всяких масел набрала. И еще муж прям вообще предложил мне, я долго сопротивлялась, сырную тарелку. Там Абрау Дюрсо производит не только вино, они еще недавно, с какого-то там года, стали делать свой собственный сыр. И вот здесь 6 видов разных сыров. Можно посидеть там, купить, там попить. Покупают шампанское, либо там вина покупают. Покупают сырную тарелку, прям там на месте атмосферно едят. Ну, так как мы с мужем сегодня решили сделать шикануть, да, ну, как шашлык бы шашлык. Изнутри. Изнутри у нас сегодня будет муж это пожарить шашлык, да. Вот. Стейки у нас есть, наверное, баранина. Стейки, баранина, может быть, возьмем еще. Для этого можно купить бутылочку вина какую-то такую, прям редкую. Купить или вскрыть? Ну, вскрыть, да. Здесь все равно даже что-то прям жалко открывать ерунду. Да. Ладно. Вот.
И, значит, взяли, вот он взял мне сырную тарелку, 600 рублей. Ну, это я вас просто по ценам ориентирую, сколько что стоит. Масло стоит по 350 рублей, 250 миллилитров. Выгоднее взять Фанагория. Но, опять же, я говорю, взяла, потому что здесь три вида разных масел. Не могла уйти, прям пройти мимо, потому что у нас его не будет в этом, в Саратове не найдешь. Вот, и что еще? Сейчас я переверну камеру. Уж молодец, все сюда прям принес мне в постель, чтобы я не уставала. Значит, смотрите, раньше, когда я приезжала в Геленджик 2 года подряд, у нас здесь была кондитерская «Леди Мармелад». И у меня как бы мечта была, я поставила себе цель поесть все пирожные, которые там готовят. Вот, и я за 2 года не успела. И приехала я в этом году, я почему-то, когда снимала видео, я вам говорила, мы в прошлом году были, а я же вспомнила, мы с мужем в прошлом году были в Крыму, мы не были в прошлом году здесь, мы год назад были, ну, короче, через год назад, ну, поняли, короче, были с родителями, вот с Аленкой, с родителями были, то есть меня не было здесь год назад, поэтому так много изменилось за это время, и так много вот изменений я этих вижу. Я приехала, и представляете, каково мое сожаление было. «Леди Мармелад» закрылся здесь, в Геленджике. Он есть только в Новороссийске. И вот мы вчера, да, я вот не сказала вам, мы когда уже на обратной дороге ехали, мы поехали в торговый центр «Красная площадь», мы заехали вот как раз в... сюда, в «Леди Мармелад». У них есть точка в Красной площади, в торговом центре. И вот купили 3 вида пирожных разных. Я взяла на 720 рублей, 750. Они не дешевые, но они реально хорошие, крутые, качественные. И вот я набрала специально, чтобы там не на 3, на 4 дня здесь хватило, чтобы я вот прям кайфанула, получила удовольствие. Не пойму, что нагрелся телефон, почему камера-то... Это включилось. Вот, так что такие вот у нас покупки. Деньги здесь просто уходят, просто как, я не знаю, летят. Мы вот с мужем хотим посчитать наш бюджет, подбить, сколько у нас осталось, и чтобы понимать, какую сумму максимум мы можем тратить на день. Потому что деньги улетают просто по 3, по 4, по 5 тысяч в день. Тем более мы берем там экскурсии. Вот экскурсии, например, стоят 1000 рублей. Да, и вот мы вчера пошли, там и за двоих отдали там 2000 только за экскурсию. Плюс еще перемещение на общественном транспорте, там на такси. То есть у нас в день улетает только вот с учетом экскурсии там по 3 тысячи, плюс еще вот мы там покупаем всякие масла, там кондитерку, это еще деньги. То есть, ну, в день уходит очень крупная сумма, там по 4, по 5 тысяч. У нас очень дорогой отдых получается здесь, в России. Конечно, все гораздо было бы дешевле. Все включено на продукты, на питание, там зайти куда-нибудь покушать. Вот, и это все просто выливается в какие-то космические деньги. Конечно, если ты отдыхаешь в Турции, все включено, это совершенно другой отдых. Вот, ну, я вот это все мужу говорю, все, это наш последний отдых в России, все, это наш последний отдых в России, но у меня еще загранник, мы, может быть, полетели бы в Турцию, у меня не готов был загранник, я что-то лоханулась, не сменила его после смены фамилии, вот, и так как уже времени не было нам ждать его делать, поэтому, ну, короче, получилось, как получилось. Но мы понимаем, что с ребенком мы уже вот такие, так вот не сможем покататься, мы уже не поедем, ну, вот так вот, на каких-то перекладных, с ребенком нужен больше будет комфорт, поэтому либо какой-то пансионат будем выбирать, где все включено, где нужно заботиться о еде, вот, да, время, и видео пытаюсь загрузить, мне все тут видео никак не загружается, вот, либо будем брать в Турцию, там все включено, чтобы был комфорт. Так, ну все, ладно, наговорила и так вам кучу всего. Сейчас можем собрались. И идем. Нравится местечко мне вообще. Очень хорошая тема. Идем на рынок. Впервые оделись по летнему. В шортах. Настолько холодно, что ходим в теплых вещах. Мы позавтракали уже. Я кашу ела молочную, овсяную. Ну что же, я на молоке, правда, да. Наша кухонка хорошенькая. Мангал, на котором мы сегодня будем жарить мясо и рыбу. Ну, ты знаешь, какой нравится дом? Мне вот этот вот домик очень нравится. Какой-то такой, ну, как это сказать, а-ля Крым. Крым? Ой, ты котик. Может, в салон? А? В
Совочный. Ну, я не знаю, вот какого, да, совочного, наверное. Не могу объяснить, какой, не знаю, симпатичный. Все равно прохладно. Прохладно, не жарко. Прохладно. А куда ты? На набережную. Зачем? Мы уже с этой стороны можем спуститься. Сейчас надо найти офис Faberlic. В Faberlic еще зайти нам надо. Сразу заберем заказ. Он где-то в центре. Не жарко. Майки не поносишь отсюда. Нет, не поносишь. Но мы быстро, как бы, надеюсь, туда-обратно. Ну, как-то вообще не летняя погода. Девчонки, в том райончике, где мы живем, ну, вдруг вы захотите заселиться-то. Еще июль впереди, август. Вот, есть вот такой вот магазинчик «Знатный» называется. Там скидка 10% после 6, но не в этом даже дело. Там вкусная выпечка и вкусные пирожные. И шашлыки изнутри. И кролика. И кролика, имейте в виду. Шашлыки изнутри за 500 или 600 рублей, да, килограмм? 540, да, а кролик, по-моему, 600. Вот. А я сейчас иду за заказом в Faberlic, просто вам хотела сказать, смотрите, кто еще не зарегистрирован, вы можете это сделать, ссылку я оставляю в описании к этому видео, ну и вообще во всех... Пройдите прямо на пешеходный переход. Пройдите прямо на пешеходный переход. А пойдем третьей линии, вот этой, а или это уже Кирова там? Ну, наверное, не знаю, мы вот это через 100 метров поверните направо. Мы не шли этой дорогой. А? Да. Нет, не шли. Мы повернули как раз вот сюда. Вот. И смотрите, независимо, где вы проживаете. Вот я, например, там живу в Саратове. Делаю заказ на маму на Волгоградскую область, в Жирновск. Делаю на Геленджик. Вот сейчас делала заказ, забираю заказ. То есть независимо от того, где вы проживаете, да, вы можете зарегистрироваться по моей ссылке и делать заказ. Вот я приезжаю в любую точку. Помню, мы по Крыму путешествовали. Я делала несколько раз заказы на офис Крыма. Вот, вот в этом и удобство. Причем ценник, вот мы сейчас разговаривали, когда ехали с таксистом, вот, ну, еще когда сюда ехали, и он говорит, там, когда вот эта вся история началась, там, шампуни Head & Shoulders по 1500 у них здесь стоили, там, еще что-то, нам дезодорант, да, какой-то Old Spice, там, что-то, Axe 450, 600 рублей, да, вот, ну, а цены Faberlic вообще несравнимые, то есть не дезодоранты знаю, мужские по 100, говорит, по 149. Не знаю, он прямо именно играл в магните, таких денег стоил. Вот, то есть видите, какие бонусы, плюшки. Мало того, что в любом другом городе можете заказать. Вот я приехала, куда, где я нахожусь, где обитаю, туда и заказываю. И неважно, где ваш наставник проживает, в Москве, в Караганде. Вот, не имеет никакого значения. Так что поверните направо. Поверните направо, вот сюда. Сюда право. Вот. А, да, мы шли этой дорогой ЖК Приморский. Муж, ты был прав. Мы шли вот так вот дальше. Это вот новая дорога для нас. Так что регистрируйтесь. Скидка у вас будет 20% на всю продукцию от цены, которая указана в каталоге. И еще проблем нет. Да, пойдем, сыры. И нет проблем с забором заказа. То есть везде. Любой город, где есть пункт выдачи. В Геленджике их, по-моему, 3. И все? Да. Не, не все, мы идем смотреть Василковский. Ой, кстати, сейчас немножко ассортимент. Это их какой-то агрокомплекс здесь. Сметана, простокваша, творог. И должны быть сыры где-то. Чё он, конечно? Сыры. Сейчас я покажу. Вот сыры. Аккуратно. Снимай. Я хочу снять офис. Почему я снять-то офис не могу? Вот, вот здесь вот заказ. Пойдем дальше. Вот здесь вот заказ забирал. Такое очень такое симпатичное местечко. Прям ты идешь по тихой улочке. Бах, тебе офис Faberlic. Тарас Шевченко, 51. Если кто по мне зарегистрируется, знаете, что есть офис. Причем два в центре. Один здесь, другой. А, другой тоже где-то в центре, но я сюда заказала почему-то. Чисто интуитивно. Очень хорошая женщина, приветливая, такая красивая, ухоженная.
Вот, нам очень нравятся улочки Геленджика с мужем. Потому что вот если не на проезжую часть, не на основную выходить, такую на шумную, то улочки очень тихие, спокойные. Прям одно удовольствие там жить, снимать что-то. Представляете, мы шли-шли, к рынку вышли. Как каким-то чудом. Можно сказать, путь сократили. Просто здесь все в шаговой доступности. Я так не понимала, когда с родителями жила здесь, потому что мы все равно не ходили на такие далекие расстояния. А здесь, оказывается, можно вообще даже не на этом ехать, а пешком идти. И это прям буквально 10 минут, 10-15 минут. Вот рынок большой. Мне кажется, уже пришли на место. Вот у них там по субботам рынки приезжают с разных этих рыб-колхоз, вон там всякие разные. Рыбовладельческий, да. Очень классная улочка. У нас сегодня, кстати, с мужем годовщина. Вчера была свадьба, мы оба забыли. Он обычно отмечал каждый месяц, как-то выделял этот день. А так как я его что-то не особо поддерживала, он подзабыл. И сегодня мама с утра поздравила с этим, с праздником. Вот, так что... Представляешь, вот рынок. Мы вот уже вышли на рынок просто. Вот. И как бы... А сегодня день... Ну, венчания. Венчались мы. 24-го у нас была регистрация, а 25-го венчания. Понятно. Короче, муж занимается мангалом у меня. Будет жарить сейчас мясо на огне. И тут как у вас... Нутрию. Нутрия? Птички поют. Так, и здесь я уже сейчас пожарила себе рыбу. Мы сейчас были на рынке. На рынке мы были и купили много разного сыра. Я уже не стала показывать, потому что здесь девчонки сидели. Купили много всякого разного сыра. Здесь приезжают вообще, ну, на рынок, я вам говорила, приезжают. Тоже не снимала, потому что одно дело мы с родителями приезжали, у меня руки свободные были. Другое дело, я все сама вот закупала там тому, что я и как бы не до этого, не до съемок было. Вот, много всякого разного сыра. Всегда, когда приезжаю сюда, беру чечил. Ну, вот знаете, вот попробовала двух разных фирм. Все-таки вот та лучшая, которую мы брали все 2 года. Вот другая, она какая-то, другой фирмы, она какая-то вот не очень. Ставриды мы взяли, вот сейчас пожарила все ставридки и помидорки. Помидорки, вот решила вскрыть это масло, не ждать Саратова, а буду есть его пока здесь. Вот. Потом что еще мы взяли? Да ничего, в принципе, такого, огурцы, помидоры. Вот я зашла в пятерочку, вермишель взяла, что-то я думаю, вермишель отварю, пусть у нас какая-то база будет. Потом голубики. А, муж там какой-то катран, по-моему, называется, взял. Что еще? Что-то мы много так потратили, ничего не взяли. Почти рыбу взяли только. Овощи. Сыр единственное, на 1000 рублей я сыр взяла. Ну, собственно говоря, ничего. Голубика. Приличная сумма ушла опять. Ну, будем готовить дома. Решили, будем готовить дома. Что ты, кошка? Так вот живет там. Ты будешь еще? Оп. Так он не слазит, а там ест. Так вот ей додаешь. А кушает. Вообще оттуда вот за все время, что мы здесь, она ни разу оттуда не слезла. И спит даже там. И ест. У нее там миска, еда и вода. Постель. Так, девчонки, я приготовила здесь борщ. Сейчас, чтобы хватило там на 3-4 дня. Сейчас у нас стынет тут у нас. Вот так вот поставить, чтобы она остыла. Вот, и там отварила макарон. Муж пожарил мясо. И пюре у нас еще там осталось. Рыбу почистили. Завтра рыбу пожарю. Ну, так, чтобы еды хватило хотя бы на 2-3 дня. Вот. Короче, как-то так. Приготовилась. Теперь, в принципе, я спокойна. В любой момент можем прийти, и будет еда. Сейчас номер свой пойду. Сейчас пойду свой номер. Опа. Ой.
представила я сегодняшний день. Хорошее, тихое, спокойное место. Нравится мне этот домик. Но в июне лучше не приезжать. Холодно очень.